Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим с вами вообще о самом главном. О счастье! Да, сегодня кто-то думает, главное деньги, и кто-то думает, главное слава, главное там власть. Нет! Нет, ребята! Счастье! Мы родились в этом мире с вами. Как птица для полета, человек рожден для счастья. И на самом деле Всемирная международная ассоциация Суперджамп сделала подарок всему человечеству. Впервые в истории мы разработали методику развития уровня счастья. Онлайн-методика, вот представьте, да? Друзья, до нас, до интеллект-тренеров, весь мир, да, по отношению к счастью действовал и поискали его, рассматривали и так далее, да? Мы первые говорим, да, что счастье нужно тренировать. Ребята, это революция, это все изменит в мире. Абсолютно все. Мир разделится до интеллект-тренера Суперджамп и после. Наша философская максима. Человек есть генератор счастья. Проснулся с утра? Бери ключ зажигания, упражнение Суперджамп, заводи свой внутренний генератор счастья, вырабатывай его и щедро делись со всем миром, ребята. А когда вы счастливы, у вас много энергии, у вас точки опоры мощные на земле, да? И вы добиваетесь и богатства, и миллионов подписчиков, и денег, и успеха, всего, чего вы хотите. Но сначала счастье, а потом богатство. Итак, наша философская максима, наш подарок всему миру. Человек есть генератор счастья. Присоединяйтесь к Суперджампу, попробуйте на себе его. Потому что я понимаю, сейчас человек, который не прошел Суперджамп, смотрит на меня сейчас и скажет, ну дурак сумасшедший долгий, ну как это можно тренировать счастье там? Мышцы можно тренировать, а счастья нет, да? Ребята, пройдите Суперджамп и скажите 1000 раз спасибо себе, ну и мне. Удачи вам, ребята, счастья, будьте счастливы, здоровья вам и вашим близким.